подведем итог по Пионеру 510-му в ремонте, который мы принесли. СА-510, усилитель ватт, 72 ватт на канал, старинный, где-то 70-х, 80-х годов, середина, может быть, не нашел. Обычно на шнуре пишут, и на предохранителях, но нифига нет. Ну, это в интернете, наверное, написано. Древнючие транзисторы здесь были, родные, которых не было. Потом поставили второй ремонт здесь, пару 31-81 и 12-64, и в итоге один из них сгорел, потому что поставили неправильно криво вместо слюды, и пасту не посадили, поставили пластиковую какую-то прокладку целлофановую, и эта целлофановая прокладка, ну, короче, нифига она не отдавала тепло на радиатор, и сгорел этот транзистор один, второй тоже так, ну, в принципе, второй рабочий. Я поставил 5200 комплементарную пару, другой там, второй, какой-то номер, не помню. И вот еще неисправность, наверное, шуршала, я сделал, да, почистил этот переключатель, тяжело было. А потом нашел еще одну неисправность, которая, походу, заводская была, из-за чего он попал, может быть, на наш рынок, подешевле, как обычно у нас любят. Вот, короче, вот этот вот переключатель, который показывает положение переключения фон, тюнер, проигрыватель, магнитофон, AUX. Он показывал вместе проигрыватель и магнитофончик. То есть это не влияло на работу усилителя никак, кроме как индикация. Вот, непонятно, где что включено. И сопля висела, как заводская, на самом переключателе. То есть замкнут был между фоном и тейпом. Прикольно. Ну, это первый раз у меня такой японский, брак японский. Кстати, комплементарную пару можно поставить из советских транзисторов, еще я нашел. 8102 были классные транзисторы, 8101 мощняцкие. В принципе, их крепить тяжелее немножко у них. Ну, я думаю, пойдут. Вот такая вот фигня с Пионером. Пионер 510. Сегодняшняя работает. Всем привет.